сами видели, товарищ майор. Ну какой же это помком взвод, курган сапог найти не может? Вот он сапог-то нашелся, и я его под кровать зашвырнула. Выказалось. Бойцы, кажется, передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу. Здравствуйте, товарищ майор. Пять суток. Не дается она без платка-то. Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли? А вышлите не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу. Явнухов, что ли? Начальству видней. Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы. Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло. Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще. Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба. Есть. А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок нос воротят живее, чем ты. Может, останемся, товарищ майор? Поехали. Возвращайтесь с победой! Хорошие мужики, хорошие. Да и мы тоже виноваты. Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо! Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. Три дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. Два отделения подходящих найти не могут. Тихо-то как стало. А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Соловки! Так ведь это как же? Обстирать вас и то. Приехали. Погружайся. С прибытием, товарищи бойцы. Зенитчики прибыли. С командиром прибыли? Не похоже, Федот Евграфович. Слава богу, власть делить хуже нету. Третьего взвода 5-й роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода Кирьянова. Так, нашли, значит, не пьющих. Принимай. Живее разгружайтесь. Живее, девчат. Нам еще обратно идти. Заноси. Да что-нибудь полегче. Кухню на берег. Ничего, не надорвешься. Ноги не держат. Живее, девчат, разбирайтесь. Зенитчики, между прочим, по хатам жили. Так то зенитчики, а мы зенитчицы. А подушку где? Держи. Извиняюсь. Мы вместе с тобой будем? Как звать? Внимай матрас. Бричкина. Лизавета. Откуда будешь? Вологодская. В колхозе, что ли, работала? Работала. А больше отцу помогала. Соображаешь. Давайте стол на место поставим. Значит так, из расположения без моего слова ни ногой. Даже за ягодами нельзя? Ягод еще нету. А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем. Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его. Люда, Вера, Катенька в караул. Это как понимать? Что, товарищ старшина? Катя разводящая. Благодарим за доверие. Вот это вот.
Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же... А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении-то побеспокойтесь. Каком еще помещении-то? Кустов поблизости не наблюдается. Старайся, Федотий Евграфич. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух. Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая? Ну и веди соответственно. Евграфич, а баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб. Мария, у тебя самогонка есть? Пойдем пить чай, Рит.
знать надо, когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма. Это что? Неужели не узнаете? Демаскирует, снять немедля. А есть приказ. Какой приказ? Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки. Проверю. Если нет такого приказа, сам все посымаю и сожгу. Кто это вам разрешит казенное имущество жечь? Имущество. Смотрите, какой чувствительный старикан. Ладно вам. Сразу по двум бьют, дурехи. В один надо было целить, в один! Указывай! Девки воюют, а ты как дракон в щель забился, герой! Ты туда иди, к ним! Чего сереть, баб, проступырил? Помолчи! На войне у каждого свое место! Что, Лизавета? Ну как она? Нахуй! Заживет! Мастеры уходят! Третьим. Скорость
140. Уточни на водку. Короткими. Стреляй, Рита! Стреляй! Цель Боймана. Огонь! Когда моя работа началась? Куда? Живьем возьмем. Вернись! Молодец, Осянин. Готов. Так у него парашют не раскрылся. А может, раненый? Чего, озеро он там ему не слад. Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет. Второй болтается. Смотри, Васько спасать поплыл. Она сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес? Стой! Попала. Ладно, брось переживать, все правильно. Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми. Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать. Сильно! Товарищ майор! Больно! Сам вижу. Чья работа? Младший сержант Осянина, лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина, представим к награде. Не надо мне наград. Летчика взяли? В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему. Жалко. Вот и я говорю, что жалко. А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Восков. У нас двое раненых. Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь. Можно вас на минутку? Привет новобранцам. Ух, красивые. Надолго? Как понравится. А с пашки-то, гляди, фасонные. Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли. Ну и при чем тут я? Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу. Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Где найдется, не волнуйся. Ступай. Да я не волнуюсь. У девушки Рита идет. Командир отделения Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич. Ты зачем от награды отказалась? У меня свой личный счет имеется. Ишь ты! Какие мы самостоятельные. Не могу я понять некоторых. Меня, что ли? Ну, хоть бы тебя. Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя? У меня был муж, Женя. Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею. Не отбили, а убили 24 июня. Когда он, значит, в снегах-то там загибался. Жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал. И отправил мамаши. Объявляю на завтра
по веренному мне гарнизону банный день. Мыло у меня получите. Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду. Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела. Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Жень? Могла вот. Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение. С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения. Кому? Мне и Татьяне. Третья оставь себе. Спинку кто потрёт? Комендант. Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть. Да ну, вроде по деревне пенёк замшел. Запасть 20 слов, да идти из устава. Несерьёзно. Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная. Неправда это. Влюбилась. Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась. Хотим, может, свадьбу сыграем. Стыдно! Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала. Подумаешь, вдова героя! Молчала бы сама. Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего. Что ты сказала? Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите? Ну чего ты, дурёшка? Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю. Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной. Thank you.
завтра. Кто там? Я. Что, скучно? Скучно. Глупости не надо делать даже со скуки. Открытку прислал. Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием. Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет. Соня, почитай еще, а? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Ну что ты, что? Что с тобой? Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать, и родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже! Не надо. Все будет. Будет. Thank you.
Разрешите обратиться? Чего тебе? Ну, вот. Женя, откуда ты, Женя? Тоже свой личный счет имеется. Кому? Камельковой. Кому? Четвертак. Возьми, Рит. Не надо же. Возьми, возьми. Кому? Ёлкиной. Благодарю. Угу. Кому? Девочки, только не убивайте меня, я... Я вчера все слышала, нечаянно. Кому? Мне. Я никому ничего не скажу. До самой смерти. Ну что, кажется, себя не забудь. Ладно. Вот здесь сахар-концентрат. Не остается. Сыграйте с Валей, девчата. Возьми, Рита. Отделение! Стой! Вольно! Разойдись! Берите веники, Валя! За рыбкой, товарищ старшина! Не купаться! Вода холодная. Не поморозились бы. В баньке-то лучше. Вдруг рак хватит. Пошли с нами, а? Спинку потрем. Не работайте, товарищ старшина. Да погодите. Да ну вас все. Ну ты даю. Привет, девочки! Ой, Женька, ты русалка! У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру лепи. Красивая. Такую фигуру в обмундирование паковать. А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю. Ребятишки, не трожьте ничего. Ой, хорошо. В солдатской жизни баня – первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку. Сперва детей родить надо. Ой, девчонки, что ты погляди-ка. Хорошее белье – моя слабость. Да? Вот оденешь эту слабость, я тебе влеплю наряд вне очереди. Да я уже столько нарядов за это переполучала. И все-таки носила. Да и одевать-то зачем? Ой, девочки, какая же я страшненькая. Ну что ты, ну брось. Ну галка тебе сюда. Просто волос мокрый. О,
Вот какая стройненькая. Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим. Давайте. С какой такой радости? А не с радости, так назло. Вот деревня наша, вот Легонтово озеро. Мурманская железная дорога. Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены. И все-то им известно. Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно. Девчонки-то у Полины патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то. Я им загуляю. Ой, Женька, ты колдунья. Ай, жалко, кавалеров нет. Ну что ж, была не была. Thank you.
Сегодня уходим. Это вам. Спасибо. Вы любите, я знаю. Немцы Минск взяли. Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть. Вот и кавалер идет. Ну, держись. Комендант, Васьков, Васьков идет. Батюшки испугались. Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу, больных нет. Благодарим за баню, докладывает старший сержант Кирьянова. Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу. Ты вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею. Сейчас прошу. Товарищ старшина, товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете? Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов. Ну погоди, Рита. Ну пусть Женя еще споет. Товарищ старшина тоже послушает. Все, девочки, все, концерт окончен. Устав. Правда, девчонки, так спать хочется. Пошли так, пошли. Паш, блин, ты хоть не уходи. Самый дождь, ты телефон сейчас промок, не принесем. Ну, раз такое дело. Спать совсем не хочется, светлее. Ну, ладно, девчата, отбой. Всем спать. Hey, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich. Schrei doch nicht so, ich komme schon. Naja, ist ja wahr. So ein Wald, so ein Dschungel. Pass auf, hier muss doch irgendwo ein Fußweg sein. Ja, ich glaube auch. Da ist er. Komm raus. Da ist ein Fußweg. Ja, ich hoffe, es leicht auch werden. Diese verfluchten Lücken hier. So eine Plage. Gib mal her den Koffer. Ich starte mal. Schlepp du jetzt mal. Psst. Was war denn das? Hast du das gehört? War doch was. Ach nee, bloß ein Vogel. Komm, geh. Na los. Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант! Чего тебе? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела. Десантники.
Двое с автоматами. Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту. Двух. Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их и сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор! А что это ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Ночным? Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А вы не вмещаетесь. Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нету. Нету здесь женщины. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода. Сырно! Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет. Женя! Галка! Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели. Умеют. Можно я пойду? Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает? Я знаю. Вы что, устава не читали? Докладывать надо. Боец Гурвич. А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх. Хэнде хох. Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток. Ты одна, Мария? Одна. В случае обнаружения противника и чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может? Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть. Я умею. По какому? По слиному. А что, похоже? Ослы здесь не водятся. Ну ладно. Давайте крякать учиться, как утки. Как селезень утицу подзывает. Два кряка, внимание, вижу противника. Три кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы? Угу. Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Есть! Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Арш! Скорее возвращайтесь, девочки! Женька! Колонну по два! Арш! Галка! Не высовывайся, где не надо! Дядь с маманей, живу у тебя или сиротствуешь? Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители. Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут... Известие имеешь. Ну что вы? Родители еврейской нации? Естественно. Естественно. Были по Москве, не спрашивал бы. Может, уйти успели? Эх, ядрит ты. Вы ругаться хотели?
Выругаюсь, я привыкла уже к этому. Нет. А ну, боец Гурвич, крякни три раза. Зачем это? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалась, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали? Еще чего. Ну и хорошо. В пути ничего не приметили? Вроде ничего. На повороте ветка была сломана. Верно. Молодец. А вы? Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита. О, глаз. Молодец, боец Бричкина. А еще было два следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, верст так на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки. Как это? Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас... 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться! Глубоко там. Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите. За мной! Чтоб ни шагу в сторону! Сама выбирайся! Иди, Галка. Товарищ старшина! Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет! Сапог с ноги снялся! Нашла! Нет! Куда стоять? Я помочь! Стоять! Нет, назад пути! Бричкина, слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова! Собака. За мной вперед! А как же сапог-то? Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток! Крепче держись, Женя! Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед! Галка, за мной! След в след! Уморились. Да ладно. А пиявки тут есть? Никого тут нет. Погибельное место, мертвое. Ой. Не бойтесь. Газ болот не выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет. Кто-кто?
Леший, значит. Сказки, понятное дело. Опять даль. Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем. Ой, хорошо. Умаялись? Умаялись. Отдыхайте покуда. Растяп ты, Галка. Надо было палец-то загибать. Я загибала. Загибала. Ничего. Мы ей чего-нибудь сообразим. Понятно. Только уж за болотом потерпишь? Терплю. Ох, после баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря беришка-то не одела. Жень. Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушить, согреться. Там будем, на том бережку. Женя, ты же одетый. Мне все смотри. Жень, ну причесни. Да и так красиво. Сама давай. Женька, хватит ласкаться там. Сейчас иду. Все готовы? Идите, можно. Ну как, товарищи красноармейцы, порядок? Порядок, товарищ старшина. Не замерзли? Mm-mm. Все равно погреть-то некому. Сейчас от тебя пар пойдет. С чего это? Обувайся. Ой. Во! Вот чего никакая. Ладно ли? Очень даже. Прямо лучше, чем в сапоге. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш! Ну как, Камелькова, согрелась? Пару не видно пока. Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь меж этими озерами через гряду. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. Все ясненько. А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду. По-немецки? По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все. Немцы? Где? Фу ты, леший. Показалось. Вы подремлите, Федот Евграфович. Ну что ты, Осянина, это так сморило меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное.
Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черти куда попал. Людей пожалел. Побоялся вас в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен. А может, они спят сейчас, Федот Евграфович? Спят. Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им… Полста верст, вот. Это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Маргарита, как по бачке-то? Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины. Подарок. Закуривай, товарищ Рита. Я не курю. А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала. Крашные поди. Ой, свои. Русалка. Уж и причесаться нельзя. Оправляйся, оправляйся. Товарищ старшина, разрешите обратиться? Обращайся. Товарищ старшина, а у вас есть жена? Женатый я, боец Камелькова. А где ваша жена? Известно где, дома. А дети есть? Дети? Был мальчонка. Как это был? Да так, не уберегла маманя. Как же так? Бросил у нас женат. Рит, расскажи ты ему все. Расскажу, когда вернемся. Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила. Тихо пока. Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь. Угу. Хорошо-то как. Будто и войны нету. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроля, не поешь? Аль твой, дроля, не пригож. Прибаутка была в наших краях такая. А вы здешний, товарищ старшина? Служил здесь долго. А у нас поют. После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал ведь. Ну, глядите, товарищ старшина, обещались. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы. Кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть. Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то? Никому, себе. А чё же в голос? Так ведь стихи. А, глаза портишь. Светло, товарищ старшина. Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди.
У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай. Хорошо, товарищ старшина. Спасибо. А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст. Угу. Ты чего скукожилась? Ну чего, холодно? Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно болотце-то. Вот он, сапог. Так примешь? Или разбавить? Че это? Микстура. Микстура, спирт! Спирт! Ну я не буду. Пей. Не буду я? Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей! Ой, мамочка. Не дыши. Мама у тех будет, кто войну переживет. Ой, голова побежала. Ничего. Завтра догонишь. Как же в бешенели-то? Не боись, я здоровый. Выздорови только к завтра. Очень тебя прошу. Выздорови. Я постараюсь. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать прихожу. Ну что, Галка? А Рита где? А Рита с Васьком осталась. Белобоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Яна, подымай бойцов. Есть. Мигом, курвичку мне. Но чтоб скрытно. Ни-ни. Здравствуйте, товарищ старшина. Здорово. Как там четвертак это? Спит. Будить не стали. Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только. Не высунусь. Девять, десять, одиннадцать.
Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз, два, три.